żyją nam. Dziękujemy bardzo. Teraz, ponieważ myśmy się umawiali, że pierwszych gości, bo nadszedł czas na gości, zanim wystąpią gospodarze, pierwszych gości panowie z kapeli zaproszą sami i sami ich państwu przedstawią. No właśnie, zapraszamy naszych przyjaciół też ze stolicy. Z Warszawy, Stasiek Wielanek i kapela warszawska. Brawo!
Трупи Динамо хаоса, потракаю Вильнюсу и Каунасу, как по Риму или по Афинам. Мы гуляли с Юрой и Фимой. И когда во время каждой вылазки дождик нас кропил типичный вильнюсский, был тот дождик не дождем, а душем, нежно омывавшим наши души. Чужаков, а все-таки ласкал он нас, чужаков, не признающий Каунас. Чужаков, а все-таки нас вынес к чужакам уже привыкший Вильнюс. И за кромкой тающего отпуска наших стоп не тающие оттиски будут жить, невидимо сверкая на ступенях старого трамвая. Осенние подпалины, как в янтарь отныне в память впаяны. Эти дни, где мы под сенью хмурой шли-шли за Фимой и Юрой. Эти дни, где вроде были рады нам, где в костелах сладко пахло ладаном, где легко, как по морю дельфины, плыли мы за Юрою и Фимой. Посреди обыденного хаоса потракаю Вильнюсу и Каунасу, как по Риму или по Афинам, плыли мы за Юрою и Фимой.